Здоровая нация – будущее страны. В очередной раз подтвердили в Люберцах. Накануне во Дворце спорта «Триумф» прошло совещание главы округа, а также представителей спорткомитета с учителями физической культуры. Как привлечь школьников к занятиям спортом и к сдаче нормативов ГТО? Эти и другие вопросы обсудили на встрече. Известно, спорт в жизни человека играет большую роль. И привлечь к нему как можно большее количество людей – главная задача соревнований ГТО. Так глава округа Владимир Ружицкий поставил одну общую цель перед собравшимися в зале. Наша задача, вот ваша как физруков, и в целом учительство, и в целом администрации – вовлечь ребят в спорт. Потому что старые такие как бы подходы в здоровом теле, здоровый дух – этого никто не отменил, это есть и будет. Поэтому это же факт. Поэтому спорт помогает и жить, и выживать, и, скажем, себя совершенствовать. С 15 января и по 31 мая на территории всех стадионов и ФОКов Люберецкого округа пройдут соревнования. Для участия будут привлекаться учащиеся, начиная с первых и заканчивая 11 классами. Нормативы разделены по степени сложности. Для учащихся таких ступеней 5. Отметим, в целом получить значок «Готов к труду и обороне» могут все желающие, вне зависимости от возраста. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.